А теперь я снимаю на Nikon цветопередачу и лесок. Лесок, который цветет весной, апрель. Вылезли тюльпанчики уже поболее, но их еще не видать. Они только с зачатии, только головки вышли. Вот такая голова есть. Видите, какой тюльпан. Он скоро будет цвести, через недельку, наверное, вылезет. То есть их тут не так уж и много. Они как-то постепенно, да, вот там вот поболее уже. Тюльпанчики начинаются. Красивый лес, красивые цветочки. Птицы поют. И радость вокруг весны. Ветра нет, вообще тишина такая. Лепота. Чудесная тишина птичьих голосов. И запаха цветочного аромата. Цветочный аромат. Пчелки летают, шмелики опыляют цветочки. Желтые, фиолетовые, синие. Почти все цвета, кроме красных. Красных еще нема. Красных пока цветов нет ни одного. Только эти три цвета. Фиолетовые, желтые, беленькие были еще. Синие, желтые, фиолетовые и беленькие попадаются. А красные пока не цветут. Всем чудесный привет!